Приехал у нас в Валберес очередной заказ. В этот раз вот заказал вот такую штуку. Называется Милан. Маш горох 2 килограмма. Вот похож чуть-чуть на фасоль, но маленькую фасоль. И с оттенком орехового вкуса. Очень много всяких разных витаминов. Изначально это из Индии штука, но в Узбекистане очень много это употребляют для плова, для супов, для всяких разных, короче, блюд. И решил тоже заказать. Очень много разных витаминов здесь содержится. И еще вот такую штуку. Мы заказывали из Армении фасоль. Мраморная называется. Она закончилась. Я решил что-то похожее найти. И вот тоже из этой же фирмы, тоже Узбекистан. Называется фасоль Лима. 1 килограмм. Вот. Это очень такая тонкая. Тоже со вкусом орехов фасоль. Мы показывали в предыдущих роликах, делали что-то типа паштета, мазать на хлеб. Классная вещь. Еще заказали вот такие пакеты для мусора. Также еще заказал целую кучу чая. Вот, по 85 рублей. Ну, а можешь открыть одну упаковку? Вот это, да, упаковку открой. А, вот. Фасоль еще одну. Две упаковки, короче, взяли. Потому что одну упаковку мы очень быстро съели. Очень вкусная фасоль оказалась. Тут еще что-то заказал, короче. Не помню даже что. Что-то. Сейчас можешь открыть? Я напугалась. Не-не, зачем? Подожди, Милан, держи. Это чай, что ли? Каждая упаковка. Открыть? Да. У меня закончился этот чай, я решил еще заказать, его не было. Вот такая штука, 85 рублей. Вот. Я тут сразу взял запасик. Ты не знаешь? Не знаю. Не помню. А, это вот армянская тоже. Тоже ее не было в наличии. Похинд. Вот, мы тоже всю пачку съели. Очень классная штука. Вот, и еще, короче, решили заказать. Обжаренная пшеница молотая. Очень вкусная штука. И вот эти все вещи можно как раз таки для витаминов использовать. Вот так. И еще между делом конфеты. Сейчас мы то, что купили, фасоль опять вот сварили. И Оля сделает из этой фасоли паштет. Очень вкусно пахнет. Детям очень понравилось это. Штука очень полезная. Плюс еще из Маша вот этого Оля делает суп, перемешала чуть-чуть с рисом. Просто пробуем, тестируем, что из этого получится. А вообще мы посмотрели видео, этот Маш, короче, проращивают и потом замачивают, а потом проращивают. Вот Оля тут тоже поставила сейчас вот. Замочила один стаканчик. Потом в течение 3-4 дней ростом аж до 15 сантиметров можно это прорастить. И это очень полезно. И можно делать салаты. Оказывается. Вот. И это всего лишь там 100 грамм. А мы купили вот. Сколько тут? 2 килограмма. Так, по цене сейчас не помню, посмотрю. У нас вот такая баночка от Метро осталась, пустая.
Я вот сюда засыпал. Вот тут 500 грамм. Вот здесь. Ну, короче, достаточно много. Если взять 100 грамм, прорастить, это просто нереально большое количество вот этих пророщенной штуки. Особенно зимой, я думаю, что это полезно. Быстро растет. В любом случае, это как типа салата. Также можно это и добавлять, и варить, там что-то делать. И тут очень много, оказывается, микроэлементов в этом маше содержится. Очень приближенно даже к мясу. Я там почитал, написано, что это из тех продуктов, типа как хлеба, что если нечего кушать, вот это спасает ситуацию. И еще подходит у кого... Что там как... Сахарный диабет, короче, вот. Короче, классная штука. В любом случае, какие-то витамины, мы это первый раз сейчас пробуем, посмотрим, что из этого получится. 2 декабря, на улице минус 19. Просто великолепно! Мне с каждым днем все больше нравится. Русская зима, блин. Смотрите, какая красота. Шикарно. Тут так красиво. Я перестаю дышать. Эй. Обалдеть. Покупали тут орешки макадамия. Вот такая вот скорлупа. Вот. И хочу сейчас закинуть в воду, пускай они полежат. Ну, чтобы вот это все внутренние штучки всплыло. Все, что биологически вот этот продукт быстро портится. А вот сама скорлупа по-любому содержит какие-то микроэлементы. Хочу закинуть эту скорлупу под денежное дерево. Вот у меня есть денежное дерево. Сейчас я вам покажу. Вот так. Сейчас наберем. Пусть постоит денек это все дело. У меня здесь этот ковш всегда, и я здесь набираю воду и периодически поливаю. Вот. Мне нужна чистая скорлупа, чтобы процесса там всякого гниения не было и так далее. Это мой кабинет, если что. Вот такое вот у меня дерево. Дереву, наверное, лет 20. Вот таким образом выглядит. В маленьком горшке было. Вот здесь видно. И вот я пересаживал. Вот сам горшок вот такой вот был. Потом я купил такое вот огромное ведро. Так, сантиметров. Так, 40. И 40 в ширину. Высоту и ширину примерно. И пересадил это все. И дерево резко пошло в высоту. До этого зависало как-то в ширину было, а сейчас вверх пошло. Также здесь очень много вон отростков по бокам есть. Я летом следующим или весной куплю еще большие такие. И каждый из них тоже пересажу. И буду выращивать еще такие денежные деревья. Вот прикиньте, вот этому дереву. Точно не помню, но лет 20 есть. Вот. Кто не знает, я снимал видео, когда был студентом, приехал в город учиться, снял квартиру, и там хозяйка квартиры говорит, вот тут цветок стоит, если будешь поливать, оставлю, если нет, то
Ну, типа, выкинем, мне не нужен. Я говорю, оставьте, конечно, зачем выкидывать? И все, и начал поливать. И вот с тех пор этот цветок со мной. Я переезжал с квартиры в квартиру. Снимал, когда учился, разные квартиры. Этот цветок со мной всегда был. Потом познакомился с женой моей будущей. Вот. Какое-то там времени мы с ней общались, дружили. Ну, процесс вот это вот, встречи. Цветок со мной. Потом свадьба. Дети, переезд. Там однокомнатная, трехкомнатная. И потом переезд уже сюда, в частный дом. И вот этот цветок все еще со мной. Так что я с этим цветком, с этим растением знаком больше, чем с моей женой. Вот. Вот так вот. 20 лет я это все дело поливаю. Это денежное дерево. У него есть правильное название. В описании этого видео, возможно, я оставлю, как оно называется. Вот. Также оно относится к определенному виду растений, где они могут, например, жить без воды там, в течение нескольких месяцев. Даже если вы не будете поливать, оно может стоять долго. Потом польете, и все нормально. Вот, очень хорошо поддается обрезке, пересадке. В общем, растение, которое офигенно выживает. И мне это очень нравится. И вот сейчас у меня здесь в большом горшке растет. Я вообще хочу купить еще больше горшок. Здорово. В ширину именно. Потому что я посмотрел видео, поизучал, что чем шире горшок, не выше, а именно шире, то это растение начинает быстро разрастаться. И я хочу сделать такой здоровый, широкий какой-нибудь горшок. И чтобы это растение у меня превратилось в дерево большое. Вот. Ну и до конца жизни смотреть за этим деревом. Также от этого дерева у меня когда-то супруга моя, когда я ей сказал, что вот это дерево со мной на протяжении там такого времени. Вот мы познакомились, потом... Когда уже свадьба, после она говорит, давай, там вот эти растут сбоку. Я тоже, говорит, кусочек возьму, ну, одну веточку и буду выращивать. А что это, типа, твое дерево одно? Мы же теперь вместе. И чтобы ему не было одиноко, я буду тоже рядом расти. Я говорю, давай. Короче, она посадила, и теперь с того момента растет дерево моей жены, вот оно. И тоже уже доросло до такого размера, что уже надо пересаживать. И вот это мы с моей супругой. Это моя жена, это я, короче. Этому дереву тоже достаточно много уже. Я это вообще считаю как деревьями, даже не цветами, а больше они, такая у них форма, структура, формат, как будто это дерево. И там тоже отростки есть. Будем еще пересаживать. Также, кто у нас там просил, мы вот эти отросточки отдавали. Люди пересаживают, тоже растят. Поменьше горшок был. Тут уже мы пересадили. И этот горшок уже встает маленьким. И теперь мы... Следующей весной тоже вот и для моего дерева еще больше сделаю. А это дерево пересажу уже сюда, в этот. И вот так вот будем менять поэтапно. Вот. Мое дерево я всегда держал примерно в этом горшке на протяжении всего времени. И это было неправильно. Ну, так как я студент был, переезжать нужно было постоянно, да? Как бы таскать вот такой горшок с собой как-то еще не совсем понимал. Просто вот был, я контролировал эту ответственность, и все. И со мной этот цветок был, это дерево в итоге.
А теперь уже понятное дело, что дом, конкретика есть, и тут уже буду расширять. А вот у жены сделаем более грамотно. Мы вот постоянно вот так вот пересадку делаем, расширяем, расширяем. И это дерево, возможно, будет быстрее развиваться. Так что вот такие вот деревья. И вот под них я буду закидывать вот эту скорлупу. Не под них, а там накидаю сверху еще чего-нибудь добавлю. Вот так. Сейчас покажу. Это я сейчас нахожусь, если что, это у нас гостевой дом. Здесь мой кабинет. Тут кабинет моего сына. Тут у нас гостевая комната, когда гости приезжают, здесь ночуют. Здесь тубзик, трон. Вот. А тут у нас спортивный зал. Ну, вообще, как бы по планировке, это здесь должна быть кухня и как гостиная. Вот это одноэтажный дом. Наш основной дом, он двухэтажный. Вот он там. Вон. Он двухэтажный. Вот, а это одноэтажный. Где-то там в районе 90 квадратов. Здесь я планирую тоже кухню сделать. Ну, это на будущее, короче, детям. Но пока кухня, у нас тренажерный зал. Когда мы работаем, я и сын, вот. В основном больше я бегаю вот на этом тренажере, вот, чтобы ничего не затекало. Короче, ничего хорошего нету, когда ты сидишь. Вот, работать дома — это прекрасно, но один большой минус работы дома — это очень много как бы сидишь. А когда очень много сидишь, в общем, это неправильно. Надо двигаться. Вот, и я, когда у меня появилась эта возможность, я вот организовал разные спортивные вот эти вот комплексы. Вот такие комплексы. И здесь уже поработаю. Иду там полчасика, побегаю. Это офигенный вообще тренажер. Матрикс называется, американская фирма. Это одна из лучших вот компаний, которые производят именно такие вещи. Достаточно дорогая игрушка. Но у меня такая, короче, привычка. Я стараюсь по возможности купить качественный продукт, который до конца жизни прослужит. Не одноразовые вещи, а как-то вот, ну, купил и все, и до конца жизни пользуешься. Также и с машиной у меня. Многие люди спрашивают: ну что там, тачку когда будешь менять? Я говорю: никогда. Если она не сломается или что-то с ней не случится, никогда. Говорит: в смысле никогда? Тебе не хочется купить какую-то другую, испытать какие-то другие чувства? Я говорю: нет. Нахрена мне эти чувства, блин? Я купил нормальную машину, которая отвечает за базар, как говорится, делает свое дело. Сразу хорошую, качественную машину, которая выполняет определенные задачи, которые мне нужны. Все. Зачем мне менять машину по 100 раз, блин, как девочка? Одно дело, у вас ситуация, машина сломалась, авария или еще чего-то, и ты меняешь машину. А другое дело, как перчатки менять машину. И еще ладно бы там, например, денег нет, ты купил такую, но хочется все-таки какую-то другую тачку, и ты стремишься к ней. Но когда у тебя та машина, которая отвечает по всем параметрам, и ты меняешь машину только потому, что это типа какую-то другую, это уже повадки женские. Типа такая сумочка, другая сумочка, десятая сумочка. Ну это уже тупизм. Вот. Такие вот, когда мужики такие вещи делают, для меня это... Я не понимаю, короче, этих людей. Это уже какие-то женские... Что-то женское есть в этих людей. В этих людях. Ну, короче, расточительная фигня. Просто тратишь свое время на какую-то херню.
Поэтому я и купил хороший сразу тренажер. И он мне прослужит до конца жизни. А не так, что 100 раз сломался, какой-то фигней страдать. И вот эти тренажеры также. Вот это беговая дорожка. При этом тут можно поднять вверх-вниз и сделать горку. Несколько режимов. Вот такой тренажер. Здесь тоже всякие разные режимы. Тут, когда бегаешь и держишься руками за эту штуку, позвоночник вот так вот туда-сюда, туда-сюда, и получается хорошо встает. Ну, здесь понятно, это как велосипед, форма велосипеда. Я не любитель прям, знаете, на улице бегать. Меня это раздражает, не знаю. Кто-то любит, конечно, там, типа на природе бегать, вот это все. Меня раздражает, мне некогда. Вот. Я не люблю вот это, что-то бежишь, там машина едет, пылюга. А сейчас на улице вообще вон, минус 20. Какой бег в минус 20, блин, там. В общем, меня это не устраивает. Кто-то, конечно, любит это делать, делайте себе, пожалуйста, это ваш выбор. По мне так, так себе история. Поэтому я предпочитаю, поработал, побегал, комфортно, все хорошо, нету никаких левых людей. Тренажерные залы я тоже не хожу, пару раз сходил, тоже считаю, что это тупизм полнейший. Ходить там, что-то железо тягать, там за это деньги отдавать, сидеть там... Все потные, вонючие, блин, все трогают эти тренажеры. Кого только там нет, ни у кого никаких справок. Да, ну вообще просто, я не знаю, гигиена на уровне ноль. Так что я, может, я слишком какой-то, ну, загоняюсь там, но я брезгую вот от этого всего. Я должен знать, что это мой тренажер. И только чисто вот моя семья касается этих вещей. Вот. Это как, знаете, сходить в общественный туалет. Заходишь в общественный туалет и охреневаешь от этого всего. Как бы там не хотелось думать, что там как бы не вытирали, но какой-нибудь сифилисный чувак сел, а потом ты за ним, если сядешь, ну потом болезнь, а потом непонятно, что с тобой. И ты думаешь, а что это я вдруг заболел, блин? И вот эти все фитнесы, бассейны, вот эти все общественные места, по мне так это пойти и получить непонятное болезнь. Это как рулетка какая-то. Можешь пойти, все будет хорошо, потом в один прекрасный день сядешь задницей на место, где сидел какой-нибудь триперный чувак. И все, и здравствуйте. Потом иди там жене объясняй, откуда это все. Так что нафиг это вообще, вот я не хочу, никогда не любил это с самого детства. Никаких общественных бань, каких-то общественных мест, вот, где касается понятия гигиены. И я всегда, я жене говорю, вот я свой собственный, вот мой фитнес, нахрен мне этот не сдался. Общественный фитнес. Ничего против не имею. Ходите, ходите. Это ваши организмы, ваши тела, ваше здоровье, ваше решение. Вот. Это мое собственное решение, мое понимание, мое мировоззрение. Поэтому, ну, говорю как есть. Вот. Я всегда, когда снимаю видео, говорю то, что есть. Вот. Если вы любитель обижаться, обижайтесь, сколько вам влезет. Но я буду говорить так, как есть. Там покупал тоже офигенную систему, очень мощное оборудование. Вот, можете посмотреть. И когда включаю тут музычку, врубаю, слушаю, также телевизор здесь можно включить и посмотреть, включить, например, лес, ну что-то там, или... Иногда я просто включаю, бегаю и слушаю информацию, как, ну, обучающую информацию, которая мне нужна. Чему-то новому учусь.
совмещаю и бег, и одновременно не теряю время. Вот такая штука. Ну и у нас осталась еще стиральная машина с квартиры, когда переезжали сюда. В доме у нас уже другие стирки, большие, две 8-килограммовые, и стирка, и сушка Bosch. А до этого у нас 3,5 килограмма была. И тут у нас в стирке Тен накрылся в Bosch. Пока там мастер приехал, заменил Тен, мы там пару дней пользовались этой. Ну, как бы она как запасная. Здесь тоже все уже подготовлено. Я ее подключил сразу вот. Тут уже место под стиральную машину, под слив. Здесь уже все есть. Она подключена на всякий, как бы, вот на эти случаи пожарные. А также на случай, если, например, гости приехали сюда, им нужно тоже что-то постирать. Вот, пожалуйста, они закидывают там, простернуть. Или гости, например, уезжают, и мы постельное белье сразу в стирку, стираем, меняем чисто, вот, чтобы для гостей всегда было четко, чисто, все было, блин, по красоте. Вот. Если я отношусь к себе со всем уважением к гигиене, так и к гостям относимся. Вот. И эта стиральная машина, открываем, ну, знаете, такая непривычная штука. Там, когда открываешь барабан, чтобы закинуть туда вещи, уже настолько привыкли, что там барабан чуть ли не может полностью залезть туда. А тут руку вот заталкиваешь, барабан закончился, вон, маленький. Так непривычно. Жене говорю, как мы вообще так жили, вот? Ну, как так можно? Вот тут одеяло невозможно затолкать, там, простынку закинешь, уже место заканчивается. И она на меня смотрит, говорит, а теперь вспомни, сколько раз я тебе говорила, что давай купим побольше, зачем ты покупаешь вот это? И я, прикиньте, в то время не понимал это, вот просто не понимал. И она говорит, я же тебя попросила купить, типа, там, ну, хотя бы 5-килограммовую. А я вот пошел, купил, выбрал качество, там, ну, на тот момент все эти прибамбасы, этого еще только, ну, не было, только начиналось вот такие какие-то. И думал, ну, как бы, технология, круто. Ну, 3,5-5, да какая, типа, разница вообще? Главное, что удобно. Мы еще жили там в однокомнатной. У меня задача была просто, чтобы четко поставить где-то, чтобы она не мешалась. И вот в голове не было вообще, что, ну, жене это неудобно. Не учитывал вот эти моменты. Вот, у мужиков, кстати, это, блин, пипец какая проблема. Я вот могу сказать молодым семьям, если вы вдруг смотрите. Пока ты доходишь до того, как начинаешь соображать, что у тебя жена все правильно говорит, проходит дофига времени. Мне уже 39 лет, я только это понял. Вот. И я жене говорю, ну, блин, ну, я тупил, конечно, вообще, когда был молодой. Вот она говорит, нужно вот стирку больше, вот это так, вот это вот так. Я говорю, да какая разница, блин, нормально же, смотри, офигенно, четко там все. Ну и она, ну ладно, как бы, вот. А сейчас думаю, ну я и придурок, блин, был, конечно. На, не мог нормальной жене нормальную стирку купить, сушку, блин, сушильную машину купить. Ну я и мудак, блин. Вот сейчас, как бы, я даже сейчас это чувствую, насколько я, блин, в этом был придурком. Я сам себя в прошлом в этом моменте раздражаю, блин. Ну как ты мог так, козел, блин? Не мог нормально сразу жене купить, блин, нормальную большую сушку. Как можно вообще в этом стирать? Это же маленькая. И при этом была эта возможность. А я как этот, вот это, смотри, как компактно, круто. И она в этом компактном там стирала детям пуховики. Там, вот это пипец, конечно. Так что, мужики, если вы до сих пор еще в этом плане тупите, вот, ну, прислушивайтесь, что говорит жена в таких вещах, где там, ну, постирать надо какие-то домашние какие-то вещи, вот такие штуки.
сделайте так, как просит жена. Я до сих пор во многих вещах, кстати, туплю. И, ну вот, признаю это. Я только научился признавать свои ошибки в этом плане. Даже вот со шторами. Жена столько времени шторы. Ну, я до сих пор не хочу, но вот это не понимаю, вот. Ну, по мне так вот классно. Вот. Вот такие вещи вот так. Оба-на! Оп, закрыл. Крутяк. Ну, здесь как бы жене пофигу, что тут происходит. Как бы она там контролирует, а тут у нас просто как гостевой тренажерный, она сюда больно там не заморачивается. По мне офигенно удобная вещь, вот. Просто быстро, хренакс, все, ништяк. Четко. Но если я научился со стороны как бы жены смотреть на это все дело, ей нужен уют, красота, чтобы другая женщина пришла там, увидела, она этим похвалилась. Ну, в общем, целая там история женская. И думаю, блин, вот реально тупил. И взял и купил шторы, сделал ей гардины, какие она шторы хочет. Вот. И человек теперь рад. Я говорю, спустя дофигища тысяч лет я это понял. Вот. Ну, до сих пор не согласен со шторами, но все-таки я это делаю. Я говорю, давай, ладно, шторы, ну давай. Шторы, значит. Так, сколько там? Килограмм. Ну, и взял, купил 8-килограммовые. Теперь сам, когда периодически открываешь что-то закинуть, постирать там, думаю, блин, а что, побольше не могли стиральной машины сделать? Жене говорю, а сколько самые большие машины сейчас есть? Есть там 15-килограммовые? Она говорит, ну, 15, я не знаю, ну, есть, наверное, там 12-13, вот. И сейчас у меня мысля закралась такая, что я сюда сделаю кухню, ну, на будущее детям. И вот здесь в углу поставлю 15-килограммовые, 20-килограммовые стиральные машины и сушку. Вот так вот, блин. Чтобы прям зайти внутрь вместе с вещами постираться и выйти. Вот. Новая, короче, цель. А временно пока здесь вот просто сделали вот... шведская стенка вроде называется. Здесь поподтягиваться и так далее. Периодически используем это. Тут вот газовый котел уже. Это встроено было от застройщика. Это уже сразу двухконтурный котел. Одна часть идет на вот, отопление, другая идет на краны. Душ, там кран, вода. Вот, я сюда встроил еще систему очистку небольшую. Потом чуть посерьезнее вещи сделаю. Это с того Нового года все еще стоит. Я думаю, нафиг разбирать. Сейчас мы тут подготавливаем. Будем проращивать. Маш называется. Вот так. Сейчас мы покажем, расскажем. Делаем это первый раз. Вот такая вот штука. Вот маш горох. В общем, очень питательная штука. Очень много разных витаминов. Также полезно, у кого есть диабет и так далее. Можете почитать про это все дело. И мы нашли видео, где показывают, как можно прорастить вот этот маш. Ну, что-то типа фасоли. Нужно взять грамм 100, ну, один стакан, залить водой и оставить на ночь. После этого мы сливаем вот эту воду. Также нам понадобится, короче, разные варианты. Какая-то сеточка. Вот самый лучший вариант, который мы посмотрели на YouTube, это вот сито. И какое-то второе еще. И чтобы снизу было пространство. Внизу, чтобы было куда, если что-то там стекать. Также нужна марля. Двойная. Ну да, там можно хоть тройная, хоть десятерная, по удобству.
В общем, суть в том, чтобы марля сохраняла влагу. Также это все должно потом храниться в темном месте. Можно вот такой формат какой-то сделать. Да. Все это дело, короче, промывается. И потом мы сыпем сюда. В течение 4 дней там нужно открывать и каждый день чуть-чуть водой поливать. Ну, в общем, чтобы вот эта марля удержала влагу. И вот этот маш проращивается, и они достигают там даже сантиметров 15. Потом это собирают, и можно делать... Я сейчас покажу, что... Можно салаты всякие делать, разные штуки. Вот если взять, тут есть уже такие, где он, видите, они проклевываются, уже начинают вон проращиваться, вот, например. Ладно, не порти, а то мне тут... Короче, фишка в том, что очень быстро это растет. Все, высыпаем сюда. Просто разравнивается. По краешкам тогда. Аккуратненько, наверное, чтобы не повредить. Ну да. И все, и это закрываем. Так. Сейчас, подожди. Так, хочу сделать. Потому что она будет вырастать и сюда, и туда. Угу. Так. Вот да не важно, Оль. А, давай водички лучше. Угу. И воды. Да. Надо было чуть в ширину, чтобы больше было. Короче, надо ширину побольше, объем больше. Тут вообще по барабану какое-то все закроете. Нет, чтобы потом разворачивать, удобно аж прицепиться к этой марле. И по бокам ты свернула в угол все, в один. И это надо вот поплотнее делать, чтобы влага сохранялась и касалась именно этого всего. Ну, в общем, заливай, пофигу. А, это вообще под водой надо, кстати, делать. Давай. Что? Да. Потом сюда заталкивать. Вот мы смотрели, когда. Просто промываешь водой, чтобы она прям полностью. Вот. Прям промочи, да, хорошо. Все. Не-не-не. Стекает. Тут мне нужна влага, чтобы она не тухла. Только вот эта штука должна быть влажная. А воды чуть-чуть не надо? Нет. В этом и прикол. Если тут будет много воды, она начнет тухнуть. Угу. И уже не то. Это вот оно истекает, вот сколько может. Потом ставим и место, где уже может чуть-чуть стечь. Вот. Угу. И вот эту штуку нам нужно сейчас закрыть и в темноту. Чтобы это все дело было в темноте. Но мы попробуем в другой раз сделать еще на свету тоже. Потому что мы смотрели, если в темноте, то вот эти отростки такие белые получаются, белого цвета. Если есть свет, то они зеленые. Но по идее солнечный цвет это еда тоже. И зеленые они намного вроде как полезнее. Вкуснее, может быть, сам этот беленький, да. Да. Ну, мы, короче, и так попробуем, и так. Вот в этот раз сделаем так. Сейчас будем получать белые. Это через 4 дня. Каждый день будем открывать и чуть-чуть поливать водой. Не через 4, через 3. Один день просто стоит, 3 дня, по-моему, проращиваются. Не, ну они уже растут. Ты уже положила, они уже рост начали свой. Я имею в виду каждый день чуть-чуть поливать, и четвертый день у нас уже будет какая-то высота. Все, сейчас мы убираем и как получится что-то покажем. Очень интересно.